ниточки. Не видели, что ли? Ну, представить можно. В общем, называется паутинка. Вот, как будто бы вот ваши вот эти вот перепонки, да, они тоже такие мягкие. На них вешаем стопку, как вот микрофончик на такой паутиночке. И вот он так вот висит, подпрыгивая слегка. Видите, также растрясли, разболтали ногу. Может, там по-всякому подвести. И так вот подкидывать, и назад заводить. О, вот тут было разобщение. Теперь впиваемся. Ну, это, кстати, вот что мы делаем. Крестцово-подвздошное сочленение щелкнуло. Слышали, да? Угу. Вот. Теперь впиваемся рукой вот так вот под 45 градусов. Вся рука прямая должна быть. Впиваемся вот туда, под коленку, а здесь за голень. Одновременно. Вдеваем туда. Вот. В это мениск освобождаю. Мениск там щелкает. Ну, чуть-чуть было, да? Не сильно. По ощущениям было, да? По ощущениям, да? Вот. Далее рука чуть-чуть сползает выше. Этих нюансов на видео не будет. Вторая рука тоже выше сползает. На середину стопы. Если вы сбоку посмотрите, у стопы как бы есть, ну, экватор такой. Самая большая, самая выступающая часть. Вот на нее ладонь укладывается, а эта рука на середину бедра. Загибаем ногу, и вот эта рука, она удерживает пятку, чтобы не соскочила нога, да? А давим мы по собственному в ступню и давим вперед. Вот, он уже размятый. Ну, тут тоже у вас произойдет разблокировка. Потом откинули ногу назад, еще раз ее расслабили. И вот таким страшным движением загибаем ногу к другой ягодице. Должна соприкоснуться. У здорового человека это норма. Потом... А если не здорового, сломаться. Да, сломаться. Вот. У здорового человека, смотри, конечно. Характерного хруста. Ну, йога занимается, да? Стихаря. Смотри, стихаря. У него гнется вот до сюда тоже, да. Вот, ну, у детей это норма. У женщин, в принципе, кто гимнастикой занимается или танцами, тоже должна быть примерно на уровне бедра. Вот этого бедренного вертела. Вот. То есть не прям достала, да? Вот до него дошла. Нормально. Все, отлично. Гибкость хорошая. Ну там до хруста же, да, получается? Нет. Не-не-не. Ну, может немножко в колени хрустнуть, но так чуть-чуть такой, как бы там. Так, слегка. То есть специально нет. Если чуть посильнее, то это. Ну что, будет, это хуже будет, правильно? Не, я шучу. Я говорю до хруста. До хруста. Не до хруста. Немножко не до хрустнул, да? Нет, я, конечно, шучу, преувеличиваю вот эти все степени. Нет, у нас, поймите, нет самоцели прямо вот довести, чтобы хрустнуло, хряснуло там.